эксцентриссимо. Приятно, что самый богатый музыкант в России исполняет оперу. Искусство, можно подумать, еще не забыто и ценится. Forbes насчитал, что за год Анна Нетребко заработала 7,5 миллионов долларов. Самые эпатажные и яркие богачи нашей эстрады Фил Киркоров и Тимати в вежливом поклоне, если они так умеют, пропустили оперную диву вперед. Киркоров слегка покусывая локти, 100 тысяч долларов всего разница с Анной. Но ничего почти на Олимпии не изменилось, там снова очень люксово и без ложной скромности. Анна Нетребко не скрывает, что она неисправимый шопоголик. В Париже между репетициями в Гранд-Опера она бегает в галерею Лафайет, чтобы потратить там еще не полученный гонорар. Исследователи Инстаграма не найдут ни одного повторяющегося образа на фото из разных городов мира. И квартиры покупать Анна тоже любит. В Нью-Йорке у певицы их целых две, соседние. 170 квадратов за 2,5 миллиона долларов. Еще 100 тысяч на интерьер ушло, как раз те самые, которых Киркорову в этом году не хватило. Дома в Штатах, естественно, пестро. Каждая комната покрашена в свой цвет. Вишневые, желто-охристые, синие стены, цветная мебель и потолки, прямо коробка с карандашами. С 32 этажа виден Гудзон. Вот так живет самый богатый артист России. Эксцентриссимо.